Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». Так, забежим быстренько в сад Дзен. Я не понял, улитка, ты что это у меня спишь? Так, значит, нужно удобряшку и поливашку. Давай польем. И вот здесь тоже надо полить. Орех польем. Все, шикарно. Что-то у меня как-то маловато горшочков, вам не кажется? Давай польем. Как же много у меня монет, елки-палки, 14 тысяч аж целых. Слушай, а кому нужен шоколад, ты не помнишь? Улитки, по-моему. Воу-воу-воу-воу, что это она так разогналась-то? Шоколада хапнула, да? Так, ладно, все. Я тут буду их вечность поливать, по ходу дела. Все-все-все-все-все, уходим, уходим, кстати. Покормить дерево, а у меня оно что, непокормленное? Видимо, нужно купить, поэтому подавай музыку, ты прикинь, музыку ему подавай. А у меня музыки нету. Могу его продать, это растение, и все. Ладно, пойдем-ка мы с тобой, наверное, на выживание. Мы остановились с тобой вот на этом, выживание день, сложно. Ух, попробуем пройти. Так, ну здесь, как ты видишь, обычные зомби. Что возьмем с тобой? Не помешает, наверное, нам кактус. Плюс горохомет. Я, наверное, возьму здесь. Ну, естественно, подсолнухи. Как же без них? Плюс ко всему. Слушай, наверное, возьмем пенек с тобой. Что еще? Арбуз нужен? Наверное, нужен. Так. И... блин. Орех, что ли, возьмем, наверное. Короче, орех возьмем с собой. Шипы. Возьму я мину. И последнее, что мне понадобится, это три стрел. Нет, лучше, наверное, тыкву. Ну что, поехали. Будем с тобой пытаться выжить. Сажай. Сажаю. Вот он, подсолнух наш. Радостный такой, довольный. Дает мне энергию. Так, сейчас эти аглоеды пойдут уже. Уже пойдут. Я уже слышу, что он там кряхтит. Так. Зомби пришли, говорит. Мозги. Мозги, понимаешь ли. Слушай, как же быть? Давай, наверное, поставлю кактус сюда. Тю. Пускай он по нему бомбит. Так, здесь, ребята, несколько будет волн. Я не помню. 5 или 6. Даже не волн, а толп. Тут 2. Как только мы их переживем, пойдет следующая волна. Так, здесь мина. Как она долго созревает, если честно. Такая картошка смешная, да? Так, ладно, энергию мы с собой получаем. Я поставлю еще сюда кактус. На самом деле было бы неплохо поставить горохострел перед пеньком. Да-да, перед пеньком. Бубух. В хламину, короче. Мозги, говорит. Так, подсолнухи, вы будете сегодня давать мне энергию солнечную или как? Интересно, успеет у меня картофельная мина созреть? Наверное, нет, поэтому... посадим с тобой кактус. И я вот не знаю, в первой части кактус будет прятаться под землю и бомбить шипами. Бум-бух, взрыв был. Так, нам еще сюда с тобой кактус нужно. И сюда поставить. И будет все великолепно. Тут еще пока по одному они идут. А вот когда пойдет толпа зомбарей, вот это будет уже куда сложнее. Так, монетка. Ну, золотая монетка, неплохо. Но у нас здесь день с тобой написано. Так, все, кактусы стоят. А теперь будем выставлять с тобой горохомет. Буду ставить их, наверное, вот сюда, на этот ряд, скорее всего. О, вот и пошли те самые сложные зомби. Да. С ними сильно не забалуешь. Это я тебе точно говорю. Ну, горохомет.
Ребяточки, вот и первая моя огромная ошибка по поводу горохомета. Он ставится только ночью. Понял? Он ставится только ночью, горохомет. Вот это я лопухнулся, ребята. Вот это я, да. Дал жару. Значит, будем его менять. Если успеем. Если успеем. Почему, ребят? Потому что... Опа! Это единственный вариант, который я могу себе сейчас позволить. Смотри, как жрут, как оголодавшие, а? С Поволжья. Так, я сюда поставлю мину тогда, на всякий случай. Как арбуз бомбит. Просто великолепно. Сюда надо шипы поставить. Че, готов? Готов, хлопчик. Орех, смотри-ка. Так, подожди секунду. Ну, вот, успел, успел, ребята. Так. Это сейчас будет самая большая первая волна идти на нас. Поэтому нужно к ней подготовиться хорошенько. Вот так я еще сделаю сюда. Это продлит жизнь этому ореху. Приближается большая волна зомби. Прямо так вот предупредили нас. Типа, готовься. Сейчас пойдет наплыв. И он пойдет. Так, зомби с флагом бежит. Зомби с флагом, друзья мои. Так, минус. Я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу арбуз. Я хочу арбуз поставить. О-о-о, здесь-то срочно. Срочно сделаем так и вот так. Некогда, ребята, уже ставить арбузы. Сам видишь, обстановка накаляется. Так, шипы вот сюда поставим. Так. Ага, вот это самый сложный зомби, который идет с ведром. Он будет намного сильнее, чем зомби с колпаком. Нет, я не буду ставить пока подсолнух. Он сейчас взорвется. Он сейчас все равно взорвется. Никуда он не денется, ребят. Так, ждем очередную волну. Так, стоп. Блин, ну неужели нам придется сделать вот так? Ну да. Видишь, кстати, здесь, в отличие от второй части, здесь, ребята, иголки попадают по зомби, но не пролетают дальше. А во второй части кактус у нас стреляет. Его иглы пролетают полностью ряд. Вот и вся разница. И арбуз наносит здесь, по-моему, повреждение только своему ряду. Во второй части арбуз наносит по площади урон. Да-да, именно так все и там и происходит. Дай-ка, наверное, сюда мину поставлю. Сюда мы поставим орех. Так, вот эти вот зомби тут, конечно, ребята, не нужны нам с колпаками, которые идут. Так, минус один. Давай вот этого теперь нахлобучим с тобой. Я вот укреплю наш орех вот этот вот. Высокий, так скажем, да? Пускай стоит. Так, а здесь два кактуса навряд ли справятся. Вот с этим-то. Надо как-то подсобить. Мне бы на самом деле хотелось прикупить еще один арбуз. Еще один арбуз. Я, наверное, сейчас его сюда поставлю. Если успею накопить. В принципе, должен успеть, ребят. Бедная тыква. Всю раскурочили, видишь? Так, зомби взорвался. А вот, ребята, и арбузик. Вот и арбузик. Арбуз очень хорошо наносит урон. Так что делаем. Угу. Еще поставим мину сюда. Здесь перед каждым, ребята, орехом лучше всего ставить шипы. Потому что когда зомби грызут этот орех, они получают урон от шипов. Но я думаю, это и так многие знают. Сейчас еще одна волна побежит, так что не расслабляемся. Попробуем еще, может, на один арбузик накопить, а? Что скажешь? И влепить его вот сюда вот. Слушай, а если я пенек поставлю, он будет...
метать горящие. Нет, ребят. Иголки не горящие. Поэтому можно смело убирать его отсюда. Опа, 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 смотри. Упал. Не добежал, да? Еще один упал, а этот взорвется. Этот у нас взорвется. И видишь, тут нельзя, ребята, делать ускорение. Так, приближается еще зомби. То есть это как бы отражено волн две. Тут, как ты видишь, уже летающие, да, появились. Короче, кактус однозначно берем. С газетами зомби, ребята, с газетами зомби, блин. Так, возьму орех. Ну, подсолнух, это понятное дело. Кабачок может взять нам. Или же... Наверное, я возьму кабачок сюда. Ко всему прочему. Возьму, наверное, пенек. И... Вот так. Скорострел, да? Плюс возьму, наверное, сюда... Так, что он там делает? Требуется магнитогриб. Нам не нужны вот эти вот теневики все, да? Которые работают чисто по ночнику. Мы берем с тобой самые обычные растения. Давай-ка вот этого вот уберем. Лучше... А, он ночник, да? Хорошо. Шарики. Тихо-тихо-тихо. Вот так, наверное, возьмем с тобой. И пальмозонтик, наверное, не нужен нам. Скорее всего, нет. Ну, давай, мина еще будет. Вот так вот. Ну что, поехали. Так, значит, что у нас? Есть клевер. Клевер нам тут пригодится. Кабачок сюда поставим. Мозги. Мозги. Конечно. Больше тебе ничего не надо. Мозгов он захотел. Так, этот у нас с газеты идет. Ну, его, в принципе, кабачок должен раздавить. Так ведь? Сейчас проверим. Ну-ка. На-ка. Размазали. По стенке, грубо говоря. Еще поставим кабачок. Так, мина. Пускай вот здесь стоит. С каждым разом волны будут все жестче, жестче и сильнее, ребята. Так. Ага. Это вторая волна, да, у нас? А их будет, по-моему, 5. По-моему, 5. На-ка, раздавили. Горохострел, скорострел даже, я бы так сказал. Очень круто, особенно когда через пенек работает. Урон вообще колоссальный. Слушай, а если я сделаю вот так? И сейчас поставим с тобой сюда горохострел. Я думаю, будет круто. Сразу же бомбанем, да? Ну давай, 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 арбузами его. Так, что там у нас происходит, не пойму. Дай-ка я кое-что здесь исправлю. Мозги. Так, пенек уже стоит. То есть остается сделать вот так. Так, а зомби-то разозлились. Смотри-ка. Ускорились зомбарики. Так, арбузы наяривают. Так, в минус. Это сейчас будет вторая, да? По идее, волна. Вторая большая волна пойдет. Коплю на арбуз, ребята. Надо мне два арбуза. Сюда и сюда. Сюда и сюда. Так, ну что, приближается большая волна зомби.
Я готов, я жду. Ага, с флагом. Сюда арбуз. Увидишь, как арбузик бомбит. Довольно не кисло. Смотри, смотри. Сейчас этот побежит, псих. Да-да-да-да-да. Поздно, поздно, ребята. Так, секунду. Главное не забыть про арбуз. Кабачок. Отлично. Поздно, паренек, поздно. Долго соображает. А я могу? Могу. Тут можно менять, ребята. Свежий орех на старый. Что там у нас? Летуны. Фигушки вам, а не мозги. Блин, я накоплю себе на арбуз или нет, в конце концов. Смотри, смотри. Арбуз вырос такой, подбил этого чувака на шариках. Да, на арбуз я накопил, ребят. Вот и славненько. Тут даже клевер нам по большому счету не нужен. Да, вот что я тебе могу сказать. Клевер здесь абсолютно не нужен, потому что мы и без него справляемся. То есть кактусы подбивают этих летунов. Да, и все. Так, давай мину сюда поставим. Кактус сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный орех. Бедный орех мой. Ничего себе, что-то тут. Что это такое, ребят, смотри. Чересчур люто. Давай еще один кабачок поставим сюда. Ну, давай вот этого зомби подбей, нормуль. Так, сейчас будет последняя волна. Я поменяю на свежие. Этот уже орех плачет, бедолага, да? Всплакнул. Этот уже всплакнул, надо его поменять обязательно. И мины, ребята, мины не забываем. Так. А мина не успеет, наверное, созреть. Или успеет? Не знаю. А я не взял шипы, да, с собой в этот раз? Шипов у меня нету. Ладно, ничего страшного. Ну что, последняя волна зомби. Это... А, вот. Твою же дивизию, ребята. Здесь будет зомби на вот этой штуке. Для этого нам понадобятся шипы. Естественно, кактус. Вот это возьмем. Дальше что? Возьму арбуз. Подсолнухи мы с тобой, наверное, брать не будем. Танцоры, танцоры, танцоры. Что можно сделать против танцоров? Да ничего нельзя сделать против них. Возьмем перец. Возьмем орех, тыкву. И все, наверное, да? Капусту брать не будем. Можно взять, конечно, вишню. И звезду. Хотя зачем нам звезда? Три стрел, я думаю, тоже нам не нужен. Мину. Ну что, поехали. Так, я орех взял, поэтому меняем вот этот орех, потому что он уже, бедолага, весь пожуханный какой-то. И сразу же укрепляем. Сразу, друзья мои, укреплять их надо. Ага, смотри, 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 что вытворяет. Шипы. Обязательно надо ставить шипы, ребята, против машин, которые будут на нас скоро катиться. Так. Сюда
поставим шипики. Так, орехи защищаем тыквами. Но пока вроде бы неплохо. Но это самое начало. Это самое начало у нас. Шипы. На шипах, ребята, не экономим. Выставляем их как можно больше. Нам нужны с тобой финансы. Деньги. Сейчас пойдут танцоры. Надо будет их, естественно, взрывать. Так что пока не тратимся. Вон они, вон они, вон они. Так они... Блин. Тырищ. Шикарно было. Опа, гемчик. Гемчик, ребята, я получил. Отбиваемся от них. Потихонечку. Еще, еще идут. Опа, шоколадочку достали. Шоколадочку достали. Бумс. Пока, слава богу, справляемся. Так, следующая волна. Готовимся, ребята. Вот, вот она, ребята, где-то машина. Вон она. Вон она едет. Бух, взорвалась. Ядрени фени. Дело дрянь. Вот так вот. Самый оптимальный. Да вы заколебали. Эй, разве так должно быть? Столько много. Он сейчас будет, ребят, давить. А нет, подбили его все-таки, да? Подбили, успели, красавчики. Так. Прекрасно, пока все идет хорошо, ребят. Так, секунду, секунду, здесь танцоры, блин, понимаешь ли, появились. Так, мину на всякий случай поставим с тобой. Господи, как вас много-то, а? Смотри, как их много здесь, действительно. Опа-на. А я, вот, вот они шипы. Ух. Бух. Блин, ну еще следующее сразу же катится. Я не успеваю, ребята, от них отбиваться. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Угу. Успел, успел-таки подбить. Так, кабачок ставим сюда. Ну ты смотри, а, танцор этот, все, доплясался. Так, здесь шипы, здесь пока не переживаем. Наверху, вот наверху, ребята, да, опасно. Наверху, как ты видишь, нету особо шипов. Угу. И я не могу поставить, понимаешь, эти шипы. Вот здесь вот, когда замороженные. Заморозка здесь стоит. Вот так вот. Да что ты будешь делать? Ёшечки моё. Да кого ж ты бьёшь? Он уже убитый был. Мину еще одну поставим с тобой. Так, шипы. Шипы выставляем, как только появляется возможность, ребята. Ну что, приближается следующая волна. Отражено 6. Сложно. Так, здесь, ну, то же самое практически, да? Не берем с тобой подсолнухи, берем кабачки. Так, берем с тобой вот это. Вот так сделаем. Так, секундочку. Шипы, обязательно нужно брать шипы нам с тобой. И...
Ну, я не знаю, вот так и вот так, наверное. Так, попрыгунчиков у нас нету. Возьмем тогда с тобой еще мину и орех. Поехали. Фух. Выживаем. Пытаемся, ребята, выжить дальше. Пришли. Зомби, понимаешь ли, пришли. Ну, арбузы здесь наяривают по полной программе, согласись. Так, мне бы вот сюда, наверное, орех, ребята, влепить. Пускай стоит. Каши не просит, верно? Верно. Шипы. Так, нужно их всех закутать в эти, в тыквы. Абсолютно все в тыквы. Правда, против машин это не поможет. Машина, если поедет, она будет давить все перед собой абсолютно, ребят. Ух ты. Все съедает подчистую, ребят. Смотри, 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 как эти. Как голодные шакалы. Так, вот здесь можно взорвать. Нет, здесь можно даже вот так, наверное, сделать. Шикарно. Так, ставим сюда защиту. Так, монетки золотые. Сколько они дают нам? 500 или 250 очков? Угу. Так, с тобой вишневую бомбу сохраним пока. На самый-самый крайний случай, ребят. На самый крайний случай. Пока справляемся. Опа, алмазик. Так, шипы. Сюда. Сейчас пойдет большая волна, кстати. Готовимся. Большая волна зомби. Ну и где? О, машины пошли. Везде пошли, ребята, машины. И главное не упустить этот момент. Вот, ты видишь? Почему я не могу... А, все. Блин, да ты посмотри, сколько здесь. Ага. Отлично. И что, еще машины? Блин. Как же быть? Сюда. Вроде бы как успеваем, а вроде бы как и не успеваем, да? Машину раздавишь? Ух ты. Ребята, горшочек я выбил. По-моему, это перебор. Но справляемся с горем пополам. Да? Блин, опять еще машина, ребята. У меня уже финансов нету. Вот так вот. Машина аж перевернулась, бедная. Так, кабачок. Давай, дави. Прекрасно. Ё-моё, смотри, что там идет. Ай-яй-яй, и тут, и там. Подожди. Надо делать вот так вот. А вот тут-то как быть? Есть, успел. Так, здесь подорвутся на шипах. Ну ты сам видел, да? Тут трындец какой-то происходит. Трэш просто-напросто. Просто трэш, друзья. Так, ладно. Слушай, по-моему, двойные подсолнухи даются, если мы с вами соединяем их на обычный. Ой, я думал, что все. А оказывается, нифига не все, ребят. Вот я тут губешки-то раскатил, а. Тихо-тихо-тихо-тихо.
так сделаем. Просто расколбас идет. Конкретный. Давай, давай, разносим. Так, и сюда теперь. Последний зомби остался. Приближается еще зомби, ребята. Ух, сколько еще этих волн здесь будет. Значит так. Твою же налево. Так, это взрывник, это гаргантюа. Как нам, ребята, с ними справляться? А? Скажи-ка мне на милость. Скорострел. Скорострел, вот именно что требуется. Давай так сделаем. Блин, как же нам его подбить? Ой, ребятушки, не знаю, что сейчас будет. Трэш. Трэш будет конкретный. Живун. Ну, кабачок возьмем с тобой. Сделаем так. Мину. Орех этот бежит, еще не помню. Футболист, что он там делает, этот футболист? Не помню, друзья. Вот хоть ты тут что делай. Этот, я знаю, перепрыгивает, но высокие орехи он, по-моему, не сможет перепрыгнуть. По-моему, так. И вот это вот возьмем, да? Шипы. Ну что, поехали? Сейчас будет трэш. Так. Пока тишина. А ну-ка. Да, вот так это все делается, ребят. Зомби, блин, пришли, говорит. Ясен перец, зомби, пришли. А, бегун же, он может перепрыгивать, ребята. Еще одна шоколадка. Так, скорострел нужен, да, вот этот вот нам. Крутой. Бонус, там взрывы, все это. Сюда. Так, попробуем. Сейчас еще гаргантюахи пойдут. А вот, ребята, и бегуны. Чтоб их, а? Смотри, они как с голодного поволжья. Смотри, смотри, что делают. Ё-моё. Они мне сейчас тут все сломают, ребят. Бегут, гаденыши, ты посмотри, а? Давай взорвем. Опа. Угу, захотел перепрыгнуть. Не тут-то было. Трэш. Просто, друзья мои, трэш. Так, давай вот так сделаем. Да взорвись ты. Так, а это еще не конец, ребят. Это еще далеко не конец. Тут орехи бедные мы съели. Так, приближается большая волна зомби. Я это очень рад слышать. А это шарманщик, да? Это, друзья мои, шарманщики, которые все сейчас будут взрывать. Если, конечно, подойдут. Вы что творите, ироды? Смотри, что происходит, ребят. Хотя бы так. О-о-о-о-о-о. Ты смотри. Так, хорошо, он упал, да? Здесь прорвали оборону, ребята. Ё-моё. Как вы мне все дороги здесь, а? Вот куда ты бежишь, ты? Ребята, взорвется, да, взорвется. И слава богу.
Да что ж такое-то, у меня просто не хватает этих. Давай вот так вот сделаем хотя бы. Хоть как-то надо помогать нашим ребятам этим растениям. Жуть. Жуть, ребята. Просто жутко смотреть на это все. А вон там и гаргантюа, ты понимаешь? Перец. Перец. Ему по барабану. Он съедает, ребята, все налево и направо. Ты посмотри. Да мне дадут хоть что-нибудь-то, ё-моё. Офигеть. Разве это вообще возможно пройти, а? Ребят. Это возможно пройти. Почему я сомневаюсь в этом? Они все съедают. Вот эти спортсмены, ребята, они все съедают. Я не знаю, как я тут должен. Ужас. Только вот этот ряд вообще, ребята, практически не задет наверху. Я даже предполагаю, почему, ребят. Хочешь, скажу, почему? О, тут же еще будет волна. Все, ребят, тут, по-моему, фейл. Он сейчас бросит своего плешивого этого, да? Зомбика. Естественно, он его бросит. Вот этих вот надо было изначально ставить. И тогда бы все было бы хорошо, ребят. Может быть, хорош уже? Последняя волна, да, типа? Да. Это, ребята, типа последняя волна. Даже если я здесь выживу, наверное, на следующей мне уже никто ничего не поможет. Сколько там еще этих волн будет, я не знаю. Да ладно. Господи, друзья мои, я прошел этот уровень. Вы открыли новый режим выживания. Это ж какой? Это выживание ночь сложно. То есть вначале был день, теперь будет ночь. Да, а здесь еще, ребята, будет 6 выживаний. Фух. Да, сложно на самом деле. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами на этой ноточке закончим. Обязательно продолжим, но уже в следующий раз. А на этом все, всем удачи и до скорого.